Кыргызстан провел в начале апреля большие военные учения на границе с Таджикистаном. В них участвовало большое количество военной техники, солдат. Далее было заявление насчет того, что Кыргызстан намерен построить водохранилище на реке Хаджа-Бакырган на территории Лейлекского района. Все это говорит о том, что Кыргызстан умышленно нагнетал напряжение. И вот последний вопрос – это вопрос о водозаборе, где существует так называемое, ну, перекрытие реки, так называемое. Там шлюзы существуют, закрываешь шлюз, и вода подается в канал Тарткул, кыргызстанский канал. Вот тот участок головна.